Напомни мне, зачем ты погнался за теми хулиганами? Ну, они опрокинули мой энергетик. Да ладно тебе, это маленькое затруднение. А ты в курсе, что билет стоит 50 орионов? У тебя не хватает денег на билет до Академии. Маленькие затруднения. Да? И именно поэтому ты потратил свои последние деньги на сигареты? И как же ты купишь билет? Устроишься грузчиком или что? Ну, вообще я думал устроиться бомжом. Я даже придумал свою биографию ветерана-феминиста. Опа. Подходите, бесплатная проба. Бесплатно? Прошу прощения, я ветеран-феминист. Так что здрасте, я могу попробовать ваши лучшие образцы? Простите, мы даем только один образец на руки. По мне так дурацкая политика. Но есть одна загвоздка. У меня нет денег. Тогда проваливай, это часть нашей дурацкой политики. Нет, пожалуйста, вы ошиблись. Я ничего никому не должна. Да ну, ну тогда мы развернемся и... Ты чё, овца? Думаешь, раз мы новенькие, то нам сказали чё почём? Обманывай своих долбанных покупателей, а не меня, дрянь! Эй! А? Даже не думай лезть, лишние проблемы тут никому не нужны. Но ведь её... Послушай, не лезь, это не твоё дело. Если ты их разозлишь, они всё выместят на нас, тут так заведено. Нет баблишка? Тогда стисни зубки! Ха, заведено, говоришь? Прошу! Достала! Заткнись! Нет! Ай! 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 Все, хорош. Бесят меня такие лапшевесы! Ладно, как знаешь. Эй, грустная морда. А? Че такой грустный-то? Да, просто был тяжелый день. А, ну да. Но ты хотя бы решил вступиться, смельчак. В любом случае, меня зовут Долли. А тебя? Джек. Очень приятно. Окей, Джек. Я слышала, у тебя некие финансовые затруднения, но ты вроде неплохой парень. Поэтому я поболтала с нашим начальником. И завтра ты будешь работать со мной. Если хочешь, конечно. Можешь переночевать у меня. На лавке спать неудобно под шумом тумана от воды. А ты всех незнакомцев сразу зовешь к себе домой? Ну, как вам угодно. Спите на лавке, сэр, бомж, ветеран, феминист. До свидули. Нет, стой, Долли! Я пошутил! Я хочу с тобой работать, этот туманный отвод меня уже достал! Офига, ты чё, в башне живёшь? Да, ну и что? Дом как дом. Ты чё, гонишь? Это же круто! Ты как принцесса той мультяшной компании, которая купила целую планету. Внутри ещё уютнее. Ничего лишнего нет. Даже телека. Ха, ну да, все, что нужно для беззаботной жизни. Чувствуй себя как дома, если что-то интересно, спрашивай. Итак, спать будешь на диване. Дай только трусы свои уберу. Геокинез? Ты что, изучаешь геокинез? Или как? Просто подчеркошки твои неправильные. Хотя знаешь, я передумала. Можешь не чувствовать себя как дома. Ничего не трогай и ложись спать. Завтра рано вставать. Ну, короче, вот касса, вот тут всякие фруктики, ну и остальное. И не забудь быть приветливым. Окей. Эй, ты меня вообще слушаешь? Сейчас один будешь стоять тут. Чё, блин, ты храпишь, как алкоголик. Я спать хочу. Да всё, я уже запомнил. Иди куда хочешь. Пока он будет тут торчать, я наконец займусь своими делами. Развела как лоха. Да какого хрена? Ни одного покупателя за день! Чё она вообще тут делает? Эй, браток, как жизнь? Я тебя здесь раньше не видел. Куда блондинка делась? Хотя знаешь, пофиг с ней. Короче, братиш, пора платить за крышу. Не заставляй меня ждать. Чё? Прошу прощения, но тут за деньги отвечаю не я. Так что у меня для тебя ничего нет. Извини, браток. Ха, выходи, поговорим, чепушила. Кстати, так где эта жопастая блондинка? Эта стерва чё, на тебя лошара всю работу скинула? А сама пошла прохлаждаться? Вот ведь! И... А ты полный... Ха-ха, вот это... Ну чё, чепушила, надеюсь, ты готов. Ок.
Чё-то лейт долго. Тебе так не кажется? Да? Ну и хрен с ним. Чё случится-то? Ау! Блин! Баллистический кулак полностью заряжен. Поберегись! Черт. Вроде бы все. Баллистический кулак полностью разряжен. Чё за... Раздавлю! Заморф? Что? Всё получишь, быдлошок! Ну и вмазал он мне, конечно. До сих пор, блин. Джек, запускаю процесс реконструкции. Ну, я надеюсь на этот раз все. Не, брат, не надейся. Понял? Не, я из-за твоих матов ничего не понял. Я тебя ушатаю! Да мне все равно! Идиот! Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Боже, с тобой проблем не оберешься! Ты такой болван, я тебе... Слышь, Долли, мы тут как бы... Заткнись, идиот! А ну все заткнитесь! Так, потрудитесь объяснить мне, что здесь происходит. Долли, кто это? Почему ты его бьешь? Нет-нет, Джуз, все в порядке, просто я... Он... Так, ты бери своих друганов, и чтоб я вас тут больше не видел. Ты меня понял, щенок? Эй, ушлёпа, тебе это все с рук не сойдет. Зорд этого так не оставит. Ты понял меня? Запомни. Следующая наша встреча пройдет совсем по-другому. Благодарю всех за просмотр данного комикса. Прошу оценить сделанный ролик лайком и комментарием. А также хотел поблагодарить людей, которые занимались озвучкой. Это темная лошадка Ксения Кот, озвучка от мистера Фреша, Inkdub Channel, ну и конечно же от меня. Все ссылки вы найдете в описании под роликом. А также большое спасибо тем, кто жертвует донатами, ведь это очень продвигает проект. Ведь все мы люди, и на это все тратится большое количество сил. А также хотел сказать, что мы много времени убили на создание этого 7-минутного комикса. Если вас заинтересовало, также напишите об этом, посмотрим, сколько нас таких. И если вы знаете классные комиксы, вы можете отправлять их нам. Думаю, мы с радостью озвучим их. А так, в старой традиции скажу, что спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну что ж, пора прощаться. Для вас вещал HSPeople Soys. До скорого.